Всемирный день Солнца, который ученые провозгласили еще в 94 году прошлого столетия, сегодня становится поводом для фестиваля науки, творчества, активного образа жизни и правильного питания. Попала случайно в прошлом году в Новосибирский музей Солнца. Мне показалось, это очень интересная идея. Тем более мы знаем, что очень много разных ярких событий, разных коллективов у нас в Челябинске существует. Мероприятие подготовлено активистами для того, чтобы сделать такое яркое впечатление немножко в сером городе Челябинске. Хотелось рассказать о том, что у нас очень много творческих, интересных людей. У нас замечательные музеи, которые готовили с нами вместе экспозиции. С утра у нас были йоги, потом у нас были научные доклады, а сейчас у нас проходило рисование в стиле эбру, рисование в технике fluid art, у нас играл трубофон, потом у нас была песочная анимация, и сейчас у нас идет модный показ. Солнечная энергия дает свет и тепло, которых нам так не хватает этой весной. К счастью, оптимизма у жителей Челябинска достаточно, и фестиваль Sun Day тому доказательство.